Поздоровайся на камеру. Привет! Проектное речь-бюро «Логос» переехали в Артлов, Самара. Поначалу мне все это показалось набором каких-то непонятных слов. Давай, расскажи, где мы находимся, что здесь сегодня будет происходить. Я сегодня пришел не один, с Ариной Андреевной, ждем чуда. Не только этого. Да. Давай, расскажи мне вообще, что это Ну, мы находимся на Ленинградской 77, это арт-лофт, это творческая мастерская, здесь 4 этажа. Здесь и фотостудии, и видеостудии, здесь и йоги, и квесты всякие делают. Здесь, смотрите, вот студия вокала, чердак чудака. Вот. Мастерская по дереву. Ну, здесь, я не знаю, здесь просто есть все. Есть все, что нужно. Здесь вот люди вешают свою рекламу. Да. Оставляют визитки. Куда мы идем? Пойдемте вверх. Пойдемте посмотрим вообще наш офис. Ребят, если вы вдруг пришли к нам позаниматься, и вам некуда здесь ребенка, то здесь есть, пожалуйста, игровая комната, где за вашими детьми присмотрят, поиграют. Ну и можно будет забавно провести время. Мы находимся на 3-м этаже в 311-м кабинете или в офисе, в творческой мастерской. Здесь находится «Логос». «Логос» — это очень всеобъемлющее, я бы даже сказал, понятие. Изначально мысль, смысл, понятие, слово, число. Все в слове «логос». У нас будет воскресный театр. Воскресный театр с 10 до часу – это будет детский театр. С 3 часов вечера и до 9, и до бесконечности – это будет взрослый театр. Я буду работать со спектаклями. Работать я буду только с фантастикой, дорогие друзья. Почему? Объясню. Никто с этим жанром не работает. «Логос» – это проектное бюро. Это мы здесь учим говорить человека о его проекте. У нас же обида, да, и вся ошибки все в чем? Люди приходят предложить проект, а рассказать о нем нормально не могут. Такое ощущение, что какую-то чушь человек выдумал, понимаешь? А если человеку рассказать, что такое режиссура, что такое постановка фразы, что такое постановка вообще, в принципе, да, вашей презентации. У каждой презентации, как у спектакля, есть своя режиссура. Друзья, без театра мы все умрем. С театром мы тоже, конечно, умрем, но это не будет так драматично. Самый главный проект «Логоса», то, что будем раскручивать всем «Логосом», это проект научного театра «Фантастики». Фантастика. Почему да. «Фантастика», Дим? И сразу же второй вопрос. Да. Все-таки самарский режиссер или тольяттинский? Я изначально родился в Тольятти, но вся моя семья, начиная с бабушки, вот его прабабушка еще жива, она живет в Самаре, и вся моя семья в Самаре. Почему дети? Да, я считаю, что в первую очередь все, что хочется вложить, вот здесь, вот в этом, да, в этой нашей студии, хочется вложить в первую очередь в наши... будущее. Про наше будущее. Почему фантастика? Потому что фантастика – это будущее. Потому что фантастика интересна детям. Потому что фантастика была запрещена в Советском Союзе. Да? Нам же не давали фантастику. Нам фантастику дали только в 91-м году. Бонус для всех, кто вообще находится в этом здании – это два зала. Выставочный и концертный. Выставочные и концертные залы для наших проектов, вот тех, кто здесь живет в «Логосе», дается бесплатно. То есть сегодня вот нам дали зал для презентации. Мы ничего не платим, ни аренду никакую. Ни за что вообще. Вообще, то, что творят художники в Артлофт Самары, это, конечно, расширяет все границы твоего миропонимания. Вот как раз то, что... Сознание. Да, ребята абсолютно в «Логосе» находятся, только знаешь... Вот...